Ничего себе, смотри, я зашел. О-о-о, ребят, нашел баг в своей же игре. Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy. Мы с вами продолжаем играть в Muscle Race Clicker. И, ребят, сегодня я буду продолжать играть и покупать новые итемы. В прошлом видео мы с вами остановились, у меня был рекорд. Ну, я какое-то время был на первом месте. Сейчас вон уже много ребят меня обогнали. Смотрите, в данную минуту вот этот чувак, он потихонечку, смотрите, становится сильнее. И сейчас хочет это попасть в топ. Смотрите, продвинулся дальше. Ничего себе. Ну-ка, и докуда он сможет дойти? Топ-4 он стал. Ребята, тут, смотрите, у нас топ-50 появился читер, но его быстренько забанили. Скоро его в топе не будет. И поэтому, ребята, кто читерит, вы сразу улетите в бан. Так что не советую вам читерить. И, ребят, я обещал вам то, что мы с вами получим вот такой вот X2 к энергии на 15 минут. Но, ребят, вы что-то игре вообще лайки не ставите. Поэтому вот прямо сейчас, кто играл, все обязательно проходите, ставьте лайк игре и хотя бы давайте 200 или 250 лайков у игры наберем. Тогда, ребята, я сделаю вот такой вот код на 15 минут X2 к энергии, чтобы вы все быстрее фармили энергию и покупали новые предметы. Ну и, конечно же, ребят, перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У меня, вы заметили, уже 100 тысяч энергии. И я сегодня, ребят, буду открывать вот это вот яйцо за 50 тысяч энергии. Мы с вами посмотрим, кто же нам выпадет. Ну и давайте мы приступим, ребят. Я открываю это дорогущее яйцо за 50 тысяч. И давайте-ка посмотрим. Это нам, походу, какой-то, да, 57%, ребят, самый слабенький упал. Ну, вы только посмотрите на его характеристики. Ого, как я вырос, ребят, смотрите. И вот такая вот у меня сейчас скорость. То есть, ребята, я могу уже покупать следующие предметы. Даже вот это, скорее всего, могу уже одевать. И вообще спокойно пробегать. Вы посмотрите, какие мы с вами характеристики получаем. Так, окей. Реально, клавиатура уже, ребята, не канает. Мы с вами экипируем вот гантельку. И даже с гантелькой, ребят, мы с вами очень быстро перемещаемся. Давайте попробуем кровать купить. С кроватью мы тоже с вами быстро перемещаемся. А что, если мы с вами купим вот такой вот шкаф? Вот шкаф уже, ребята, немножечко, видите, он тяжеленький. Но давайте-ка попробуем сейчас с вами мы нафармить себе силенки, да, давайте посмотрим. У меня только 3000 силы, офигеть, ребят. Вы взгляните, у чуваков по 14 косарей. Вы как так быстро фармите-то, я не понимаю. Обалдеть, ребята, я вообще без понятия. Я даже в топ, наверное, не попадаю, да, ни в какой. 3500 у меня. Я попаду в топ? Да, ребят, я в топ попадаю, но вот, я на 28 месте. 28 место, я не знаю, как так. Ну, ребята прям вообще жесткие. Вот, смотрите, ребят, в принципе, я со шкафом уже достаточно, ну, быстро перемещаюсь, да. По 190 мы с вами получаем энергии со шкафа. И это классно, ребят. Это классно, смотрите, по 194, так, 194, сейчас мы посмотрим здесь сколько, 195, вот здесь сейчас будет больше, ребят, давайте посмотрим, 200, и вот здесь, конечно же, сейчас будем получать все больше и больше. Интересно, я добегу до конца, ребят, со шкафом? Смотрите, ребят, тащим так шкаф, ой, блин, он меня еще так отталкивает. Смотрите, ребят, что со шкафом происходит. Тихо, 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 не буянь. Ну, вы видели, да, как он буянит, а? Тихо, 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 дай мне добежать до самого конца. 3500 силы только у меня, ребят. Я не знаю, как они так быстро копят. 14 тысяч, это я не знаю, ребят. Это сколько надо питомцев вот этих вот, да? Чтобы было 14 тысяч. То есть, если даже у меня будет 3 таких питомца, у меня будет 7500 всего лишь силы. Офигеть. Ну ладно, окей, давайте посмотрим. Может быть, мы с вами... Так, кстати, у нас осталось 46 тысяч. Давайте сейчас, ребята, немножечко подкопим. Вот интересно, хватит мне 40 секунд или нет, чтобы финишировать. Если мы сейчас финишируем, ребят, то, в принципе, я смогу открыть еще одно яйцо за 50 тысяч энергии, да? Чтобы посмотреть, что там нам выпадет. И, возможно, уже надо будет приступать нам покупать вот этот диван за 20 тысяч. Да, по идее, я должен, ребят, финишировать. И смотрите, ровно 2 минуты мне понадобилось со шкафом, ну, чтобы финишировать. Да, ребят, блин, давай, добегай, добегай, я добегу же. Должен, ребят, должен добегать. Да, отлично, и у меня 48 тысяч, блин, немножко не хватает, ребят, немножко совсем не хватает. Накопим, наверное, да, быстренько накопим сейчас, ребят. И мы с вами, можно, хотя да, давайте также этот шкаф сейчас будем таскать. И мы как раз таки, наверное, 2000 вообще легко сделаем. Кто там у нас на первом месте? 14 тысяч, Banashen130, я не знаю, кто ты, но ты...
Что-то как-то слишком жестко развился. Напиши в... Отпишись в комментариях, как ты это сделал. Что у тебя за секрет? Не читер ли ты случайно? Так, давайте, ребята, мы вот так вот. И надо бы сейчас нам накопить 50 тысяч. Сейчас как 50 тысяч накопим, до конца даже не будем добегать, ребят. Сразу я хочу открыть новое яйцо и посмотреть, какой я буду иметь скорость, да? Вот, еще чуть-чуть. Давай. 210. Ладно, походу придется вторую еще линию пробежать нам, чтобы накопить достаточно энергии, ребят. И давай. Вы, кстати, ребят, вот еще раз напоминаю, кто не поставил лайк игре, обязательно ставьте, потому что там что-то вообще много дизлайков наставили. Я не знаю, кто это делает. Ну, кому-то, может, не понравилось, я понимаю, но... Ребята, кому понравилось, обязательно жмякайте лайк, чтобы поддержать игру. Это моя, наверное, первая игра со времен 2020 года, да? Да, скорее всего так. Мы, кстати, ее сделали очень быстро, ребят. За буквально 2 дня. Ну, скриптер у нас 2-3 дня занимался игрой. А мы как бы карту вот это все придумывали там тоже буквально 2 дня. Ну, то есть, очень быстро сделали ее. О, все, ребята, давайте мы делаем ресет. Я, кстати, на своей випке, мы сделали випки бесплатные. То есть, вы, ребят, можете взять и просто использовать вип-сервер бесплатно. Берете там, создаете и все, играете спокойно на своей випке. Так, и, кстати, ребят, смотрите, здесь у нас есть автооткрытие и открытие трех яиц сразу. Если вы вступите в группу, в нашу, да, то вы получите бесплатно и автооткрытие, и открытие трех яиц. Так что вступайте обязательно, и в скором будут еще игры, ребята. Так что... А это что такое? О, это 11%, ребят. 4 косаря дает. Офигеть, 4 косаря. Нифига я здоровый стал. Ничего себе, у меня 7000, ребят. У меня 7 косарей сразу стало. А теперь я понимаю, как эти ребята так быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жесть, ребят. Мне нужен следующий предмет. Следующий предмет у нас это диван. 20 косарей стоит. Так, окей, давайте сейчас покликаем. Так, я на 11 месте, ребят. Я на 11 месте, 7400 у меня. А, ну да, 7400, сейчас еще будем кликать, ребят, и посмотрим, сколько накликаем. У меня 7400, я, получается, на 11 месте. Так, ну ладно, сейчас, ребята, нафармим. И попадем в десяточку, наверное, да, хотя бы в десяточку. Такие жесткие ребята, конечно, есть, ребят. Смотрите, которые вот в топе, да. Так, 7500 у меня лучший результат. Давайте смотреть, смогу ли я сейчас его побить. 7400, давай, 7500. Да, ребят, 7500 у меня результаты. Смотрите, ребят, я сейчас меньше чем за минуту, скорее всего, пробегу полностью всю карту. Ну, это не точно, конечно, давайте сейчас посмотрим. И как раз заодно, может быть, сейчас с вами и накопим на следующий предмет. А следующий предмет, это у нас, как я уже говорил, диван. Потом у нас идет машина. И, кстати, да, вот машина уже, ребят, смотрите. От машины мы очень хороший буст будем получать. Но она стоит 50 тысяч, да? Да, ребят, 50 косарей стоит машина. Но ничего, смотрите, ребят, у нас уже почти 3000. Тысячи. Кстати, можно бустик завязать. Давайте бустик завязаем на 49 рубаксов, чтобы быстрее накопить 20 тысяч, да? Сам себе доначу в игру. Капец, ребята. Ну, ладно. Могу себе позволить. Все равно мне эти рубаксы вернутся потом. Хоть и потеряю какой-то процент комиссии там и так далее. Ну ладно, давайте посмотрим, ребят, как у нас будет действовать X2. У, кстати, смотрите, 4000 уже достаточно быстро, слушайте, с X2-то. С X2 мы вообще сейчас быстро сможем накопить, да? Хоть я и бегаю не так супер быстро. О, видели, да? Косарь почти получил, 900 с чем-то. Вообще шикарно. Ну и все-таки за минуту я, ребята, не справлюсь, да? Хоть и у меня 7500, но, ребята, все равно, видите, да, скорость этот шкафчик замедляет мне конкретно, да, и, ну, примерно 20 с чем-то секунд у нас останется, ребят, в запасе, но мы с вами сейчас финишируем в любом случае. Интересно, 20 тысяч нам надо, да, на то, чтобы приобрести вот этот вот диванчик. Опа, 1500, ребят, видели, получил. Так, ну давайте тогда, окей, я сейчас быстренько набегаю, и мы с вами купим этот диван и посмотрим, смогу ли я вообще с ним бегать. И ребят, я нафармил, в общем, и решил зайти на просто обычный сервер, и тут у нас вон ребят, смотрите, тоже фармят, и самый топовый здесь 1200 силы. Мне бы, конечно, хотелось вот на этих посмотреть топовых чуваков, да, ребят. Мы с вами также находимся пока на 11 месте, и давайте мы купим следующий предмет. Следующий предмет — это у нас вот такой вот диван. Я его экипирую, и давайте посмотрим. Ой, с диваном тоже, ребят, вообще легко бегаю. Так, ну 50 тысяч нам надо с вами накопить до следующего, получается, предмета.
нет. Это у нас машина. Ну, в принципе, неплохо, ребята, да. Я могу как бы это в следующем видео в любом случае вам показать, что это за машина у нас. И, ну, смотрите, ребят, я достаточно много уже получаю всего, видите, да? Ну, потому что у меня еще буст активирован. Окей, 3 минуты, видите, да? Вот здесь вот 3 минуты у меня есть буст. Неплохо. Ой, все, ребята, я... Ну, смотрите, я здесь сам большой вообще на сервере. Здорово, чуваки, здорово. Смотри, какие маленькие. Просто... с ногу, да? Смотрите, какие маленькие, прыгают так прикольно. Ну, в общем, ребята, вот такой вот у нас сегодня результат. Вот так вот я немножечко сегодня... О, ничего себе, смотри, я зашел. О, а вот это бан, ребят. Вот это бан, смотрите. Я прошел за стенку. Чего? Ребят, нашел баг в своей же игре. Прикол. Ну, ладно, такое бывает. Типа, предмет, смотрите, в любом случае не дает нам пройти. Ну и да, кликать, ребят, надо. Я немножечко завтыкал и сейчас в любом случае не докликаю. Ну вот, все, видите, да. Теперь спокойно могу бежать и дальше прокачивать себе энергию. Ну, в общем, ребят, не забывайте обязательно в комментариях писать, какой у вас результат, сколько у вас силы в моей игре. Ну и, конечно же, ребят, вам же не сложно. Поставьте лайк игре и если хотите как-то поддержать, то поставьте лайк игре. Ребят, все, это же не сложно. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. В следующем видео мы с вами посмотрим уже на следующие предметы. Всем, ребят, пока-пока.